Это же друг Дональда Трампа, да? Канье Уэст, кажется. Вот черт, это же Ким Кардашьян, да? Думаю, да. Она вроде бы ничего такая, но ей бы немного похудеть. Русские девушки мне нравятся больше. А это еще что такое? Это что, рис? Какой-то салат или что это? Блин, я даже не знаю. Бифстроганов? Не, это не бифстроганов. Это что-то другое. Ой, вот черт. Это же тот самый парень. Какой-то старый... Русский экс-боксер, бывший чемпион. Его сослали в Сибирь, но потом он переехал в Германию. Нашел там работу на заводе, и вот сейчас он готов возродиться. Скоро он вернется в США и выйдет на бой с Рокки Бальбоа, реванш. Дольф Лундгрен распознает главные тренды современности. Привет, я Дольф Лундгрен, и вы смотрите «Афиша Видео». Я тут разбираюсь с современными культурными трендами и пытаюсь понять, что это все такое. Что это, черт подери? Вот, блин, без понятия. Это что-то вроде дисковода для компьютера? А, ясно, понятно. PlayStation 4. Похоже на сибирскую тюрьму. Они там торгуют табаком. А у меня есть пара таких, это изусы. Да, это изусы. Я вообще не знал, что это были они, но пару недель назад купил их. Да, мне нравятся кроссы, они удобные. Раньше я их коллекционировал, но моя бывшая жена выбросила около 30 пар. Ее бесили все эти цвета. Да, мне нравится эта игра, но я пока только учусь. Я знаю о танках, потому что интересуюсь военной историей. Но пока еще только учусь в нее играть. Это крутая игра. Интересная и мощная. Окей. Это кино или что-то в том же роде? Вот черт, даже не знаю. «Звездные войны», что ли? «Изгой 1», точно. Так много фильмов про «Звездные войны». Я уже запутался. Мне самому больше нравится первый. Вообще, мне нравится эта франшиза. Но я не любитель научной фантастики. Мне по душе исторические фильмы, вроде «Гладиатора». Или «Непрощенный». Они несколько больше привязаны к реальности. А это все фантастика. Этот парень, нет, я его не знаю. Похож на русского, или может кого-то из «Игры престолов» или русского кино. А, я никогда его не видел, просто угадал. Ох, блин, это ж тот самый, я слышал о нем. Это мир... Мир Дикого Запада? А о чем он? Ну, то есть, это фильм или что это? А, ну тогда мне неинтересно, но я думаю, он неплох. Это виртуальная реальность или что-то в этом роде? Окей, гарнитура для виртуальной реальности. Я сам никогда не пробовал, хотя один раз пробовал играть с ней в танки. Это было вчера. Да, это было вчера. Вообще, это довольно круто. Ну, то есть... Ну, понимаете, это интересно. Вообще, я не знаю. Но уверен, что эта штука вас поглощает, если вы смотрите кино с такого ракурса. Я уверен, в будущем все так и будет. О, это одна из тех штук, которая связана с покемонами. Вы их там ищете, а затем охотитесь на них, верно? Нет, я сам не пробовал. Я в это время в зале качался, мне не до игрушек было. Но моя дочь, скорее всего, играла в них, да. Да, Snapchat. Я пользуюсь Snapchat'ом, но не часто. Иногда ты должен брать перерыв от таких вещей, иначе становишься зависимым, понимаете? Я думаю, что многие бы хотели, чтобы у них
Насильно отобрали телефоны и оставили их на неделю где-нибудь в лесу, например. Что это за парень? Нет, я его не знаю. Как его зовут? PewDiePie. Вау, вот чё. Видеоблогинг — это когда ты закачиваешь всякое на YouTube, да? Я не думаю, что блогеры могут произвести какое-то долгосрочное влияние. Достоевский может. Шекспир. Они точно повлияют на мир, а вот насчет него не уверен. Скейтер, что ли? Я не знаю. Лимон, лимон, лимон. Люблю свои любимые лимоны. Мне кажется, что если ты стал миллиардером в свои 20 лет, ты должен быть очень духовно подготовленным, чтобы все это не закончилось депрессией или какими-то проблемами. Гангстеры? Это что-то вроде Grand Theft Auto или что это? Вы впечатлены, что я знаю всю эту чухню? Этих я не знаю. Кто это? Какие-то симпатичные русские девочки в масках? О, Pussy Riot, точно. Очевидно, что они русские. Они ведь такие сексуальные. Они протестовали против государства здесь или... Ну, они выглядят просто потрясающе. Поэтому почему бы таким хорошеньким и сексуальным протестанткам не давать слово? Есть протестанты, которые не моются месяцами. А эти девушки смотрятся намного лучше. Ханна Монтана. Ах, да. Она вроде бы даже ничего такая. Да. Это ж Майли Сайрус. А я сам работаю в одном проекте со стриптизершами. И она была... Кто-то предложил ее на роль одной из этих стриптизерш. Может, еще поработаем. Это тот парень из... Breaking Bad. Да, я думаю, он крутой. Сейчас телевидение производит все более и более... Очень и очень... Качественные шоу. Раньше оно было просто мусором, понимаете? А сейчас хорошие сценаристы и актеры все на телевидении. Если бы я его сыграл, я бы уже спокойно на пенсии сидел. Так, этот парень... Да, черт. Крутится на языке. Секс-символ. Это ведь парень из Драйва, да? Как его там? Нет, это... Это Гослинг, верно? Это же не Запа? Нет, это не он. Похоже, это даже не сын Фрэнка Запы. Диджей? Джедай. О, Адам Драйвер? Он играет в фильме, Всем пока. Это был Дольф Лундгрен, и вы смотрели Афиша Видео. Чувак!